Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на серии Родина Ролеплей, Центральный Округ. Моник здесь Кирилл Подбулови, не забывайте, кстати, вводить моник по регистрации, да, пацаны. Кто там, рефералы последние, давайте посмотрим, рефералс. Так, давайте посмотрим последних рефералов, в принципе, да. У меня их немного, блин, ну, все же. 80, 89... Так, 89 у меня рефералов получается, да? Кто там последний? Давайте посмотрим. Может, такую традицию можно сделать, ну, в каждой, в начале каждой серии, короче, смотреть рефералов последних. Так, вот, ну, не все прокачиваются, понимаете, до третьего уровня. Не знаю почему, ну ладно. Короче, сегодня у нас будет казино. Я снимаю сразу же после предыдущей серии, как бы... Поэтому не обращайте внимания, что здесь тот же самый мой любимый Запорожец. Просто, блин, как мне нравится, пацаны, вы не представляете, реально. Я чё, блин, просто от него кайфую, я себе хочу Запорожец, сука. Ладно, сегодня мы поедем на Бугатти, наверное, да. Давайте сегодня возьмем Бугатти и поедем в казино, поиграем. Пока что денег у меня нету. Да, охуенно, конечно, начинать серию про казино, когда у тебя нету денег. Но у меня есть две черепахи, поэтому... Сейчас мы спокойно поедем, их продадим, и выйдет 1000, наверное, 140 примерно. Ну, да, конечно, не на большую сумму будем играть, но все же, блин, это, думаю, будет нормально. Мы будем играть в карты, пацаны. Будем играть именно в карты и постараемся поднять денег. Если поднимем нормально денег, то поедем раздадим рыжикам еще. Я думаю, это будет довольно-таки круто. Кстати, давно я на Бугатти не ездил, блин, очень крутая машина на самом деле, блин. Конечно, я за нее переплатил, как бы, ну, грубо говоря, потому что, ну, хотя я не переплатил, понимаете, пока, когда я покупал эту машину, их всего на серии было 5 штук. Сейчас, конечно же, их больше, потому что там с рулетки бесплатно выпадают, там автосалон недавно пополняли. Их стало больше, поэтому их сейчас продают по 9 миллионов, по 10 миллионов, а я за 18 купил, короче. И зато у меня была... Всего, короче, 5 машин в тот момент было на серии, и я купил ее из-за внешнего вида, потому что она внешне мне очень нравится, блин, очень кайфовая машина. И управление такая интересная, необычная машина в управлении на самом деле, но почему-то не едет как нужно ехать, ну, именно... Перевернись, пожалуйста, перевернись. Давай, давай. Ай, все, пиздец. Вот если напервачиваться, пацаны, все, это пиздец. Это просто пиздец. Да. Доехал, конечно, я до казино, да. Красавчик, молодец, блядь. Ой, видите, проблема в том, что когда эта тачка переворачивается, она сильно широкая, из-за этого ее хуй перевернешь. Я вам серьезно говорю. Это реально очень трудно, и мне всего лишь один раз получилось это сделать. Так, может, нас кто-то подвезет? Я надеюсь, что нас кто-то подвезет. Потому что, блин, мне так влом релогаться на самом деле. Да и казино тут недалеко бежать, поэтому погнали, чё. Ага, пацаны, да, добегу пешочком. Я просто понял, что я изначально не туда поехал. Мне надо уже на черепах продать, е-моё. Ладно, поэтому берем вертолет, чтобы все было крайне быстро. Чтобы, да, и серию не затягивать. Хотя я бы вырезал в тот момент, как я еду. Ну ладно. Я понял, что изначально туда поехал, блин, и у меня денег нету, да, я собрался в казино, я бы мог добежать, там мало бежать, но, блин, мне надо было добежать, где рыбу продают, потом добежать до казино. Вот это уже большое расстояние, поэтому я принял решение перезайти, долететь, продать, и потом полететь в казино, и либо поднять бабла, либо слить. Ну, я всегда сливаю, наверное, в этот раз будет то же самое, но посмотрим. Будет, я думаю, интересненько. Поэтому оставайтесь в этом видео. На этом видео, короче, оставайтесь, да. Так, НРП парковка. Есть такое, ебать? За НРП парковку кикают? Ёпта, вы налево. А, АБ. А, ну туда, да. За это я знаю. Так, 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 так. Аккуратно сейчас приземлимся. Хотя на дорогах приземляться, по идее, это нехорошо.
Ну, мы сейчас быстренько. Так, вот черепашки и 142 тысячи. Нормально, что. С двух черепашек такое чисто. Ну, видите, вот не жалею, что этот дом купил, потому что, блин, всегда, даже если бабок нету, всегда бабки есть, потому что ты садишь трех черепах, выращиваешь, потом продаешь, и из трех черепах уходит, ну, 200 тысяч стабильно. Поэтому, блин, это круто. Это реально круто. Можно так нормально бабки. За неделю можно нормально там... За неделю можно больше ляма рубить. Лям 200 можно за неделю рубить. Это круто. Реально, лям 200 можно просто за неделю. За месяц выходит, ну, сколько? Лям 200, 4... 4 800, 4 миллиона 800 выходит в месяц. Ну, заебись, мне кажется, блин, 4 миллиона 800. Чисто, ну, нормально, чё. Вообще заебись. Вообще чётенько. Так, вот это казино, бля. Нелюбимое моё, где я деньги проёбываю. Так, давайте тогда приземлимся куда-нибудь в безопасное место. Вот, например, возле церкви. Всё, лучший двигатель. Вот я мастер парковки, пацаны. Пишите мне в ВК, я припаркую ваш вертолёт спокойно, вот так. Прям чётенько просто. Только я так могу. О, газель. Нормально, чё. Так, у нас есть 150... тысяч. Угу. Так, погнали попробуем в картишки поиграть. В картишки. О, пацанчики играют, пацанчики играют. Так, давайте обменяем все фишки. Пробуем обменять. Так, косарь. 100 тысяч и... Раз. Двас. Трис. Четырис. И пятис. Пятис, блядь, ну пиздец. Можете съебать, спасибо. Так, с, пацаны, я хочу с вами в карты рубануть, можно? Давайте подождем, пока они там доиграют. Можно здесь рубануть на маленькую ставочку, так, посмотреть. О, тут нам не по карману ничего. Поэтому будем ждать, пока с кем-то можно будет поиграть. А насколько здесь играть, я не помню. Так, здесь на 5000 фишек, по-моему, да, здесь на косарь, окей. Нам нужно туда, где на косарь. Так, посмотреть. Пусто, ну окей. Ну будем ждать, пока они доиграют. Сколько у них там карт осталось? О, ноль. Ну я думаю, это уже скоро будет. Вот, они доиграли, все. Я могу теперь с ними поиграть спокойно. Правда, я что-то забавился немножко, ну ладно. Все, ждем, сейчас будем с ним играть в карты. Блин, давно я в карты вообще не играл, блять. Чтоб в жизни, чтоб в игре. Серия. Плюс. Плюсик, плюсик, да, серичка, 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 да, что-то у меня сегодня настроение хорошее даже. Может, это надо то, что я подниму лаве? О, да, о, да. Так, давайте, давайте. Так, что там козырь? Пика, пика, козырь, я хожу. О, ебать, у меня сколько пики, ёб твою налево. Дама, ёпта, на, у меня пика вообще тут козырная, бля. Допустим, валет. Давай, давай. Допустим, 7. Так, бита. 7. 9. 9. Так. Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Мне кажется, нужно лучше забрать. Так, я заберу, хорошо. Давайте дальше играем. Так, десятку забрал. Так, я хожу, да? Давайте шестерки выкинем. Что, они нам не нужны все-таки? Так, дама. 8. 8 у меня нету. 8. Так. Чем он добьется? Тузом. Тузом. Окей, отбой, короче. Короче, отбой. Извиняюсь за шумы, если будут. У меня просто окно открыто, дома очень жарко. Так, он забрал. Я хожу. 3 девятки выкидываю. Все, заебись. А, я и козырну выкинул, бля. Нахуй я это сделал? Так, он забрал. Он ходит. Король. Короля кидать. О, отбой. Так, 7.
Я лучше не буду картами раскидываться. Так, 9. Отбой. Так, 7. Блин, я хотел семерку подкинуть. Ну, допустим, валет. Забрал он. А, это ко мне, да? Ну, хорошо. Дама. 7. 10. Дама. Король. Бля, там еще карты остаются, ебаный в рот. Нах, я хожу. Все, я выиграл, ее. Я поднял бабла, я поднял бабла. Да-да-да, да-да-да, учитесь играть, блядь. Ладно, не буду выебываться, короче. Не знаю, может еще поиграть. Хотя, бля, у нас машина респавнится. Так, стоп, сейчас верт я возьму. Секунду, пацаны, верт возьму. Заберу фишки и поедем раздадим деньги... так сказать, рыжиком. Ну, раздадим около... Ну, 250 тысяч, я думаю, нормально, чё. Я думаю, это вполне себе нормально. Потому что, ну, надо вовремя останавливаться. Тем более, я не особо люблю в казино ходить, пацаны. Чисто ради того, чтобы поднять денег и раздать их, блин, да? Вот такой вот человек, пацаны. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Как бы это нормально, ёпт. Это нормально. Это классика, ёпт. Так, давайте попробуем так подлететь как-то. Так, а мне можно ЕПП, дружище, а тебе нельзя, что тут делаешь? Так, давайте скриншотик красивенький сделаем, прям такой, прям. Ух ты, ёпты. Так, вот такой скриншотик сделаем. Все, заебись. Все, идем в казино, забираем деньги и летим на ферму, разводим рыжиком. Так, где мои кровные баблишки заработанные? Так, забираем. 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 Так, раз. Два. Три. Четыре. И пять. Все, я, в принципе, поиграл. Не, дружище, я ухожу. Я не буду играть в этом. На столе в том особе. Я только в карты буду играть, потому что в карты... Я хотя бы умею играть, там нужно думать, а кто-то спер мой розовый, сука, запорожец. Нехорошо, нехорошо. Так, все, открываем наш транспорт. И летим помогать рыжикам. Я думаю, это будет хорошо. Все, заводим двигатель и полетели. Я закрыл вертолет. Все, теперь закрыл. Все, полетели помогать рыжикам. Так, посадочка будет жесткая. Бум. Нормально, чё, нормально. Так, нужно найти работягу, трудягу. Да, именно, может, вон, чувак один работает только тут. Так, стой, 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 стой. Стой, так, стой. Стой. Стой, блин. Чего так много тут, пацаны, так. Стой. Можешь ты остановиться, дружище? Так, пай 175, 10 тысяч. Давайте ему передадим денег, короче. Насыпем так нормально вообще. Блин, надо окно бы закрыть. Давайте чуваку поможем. Потому что кроме него никто здесь не работает, я так понял. Спасибо большое. Да не за что. Давайте мы, я думаю, все деньги дадим. Сделаем одному человеку приятное. Тем более он единственный, кто здесь работает. Поэтому давайте ему накидаем денег. Так, накидываем. Я ему дам все свои деньги, практически там 6000 себе ставлю, что было. А так я ему все деньги просто отдам. Пусть человек радуется, я уверен, что он новичок. Сейчас посмотрим, какой у него уровень. Ну, скорее всего, новичок, блин. 175 ID. Сейчас посмотрим. Так, давайте ему дадим еще и последний раз дадим. Так. Удачи. Все, 175 ID. Все, как у него. Так, спасибо большое. Да не за что. Так, 175. 175 это у нас первый уровень, да. Это нормально, пацаны. Я просто угадал, что у него первый уровень. Хотя я бы охуел, если у него был 30 там уровень какой-то или еще выше, блядь. Ну, короче, помогли чуваку. Че, я думаю, это круто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте увидеть мой ник при регистрации и ждите новых серий. Всем пока!
She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.